Всем привет, с вами снова Лака, и вы смотрите мои очередные соревнования. Сегодня 12 января, бежим 60 и 400, загадывать ничего не буду на этот раз. Настроение хорошее, я думаю, пробегу хорошо, ну посмотрим, короче. Цели опять же есть на эти соревнования, хотя они маловажные, но все равно. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас я буду уже кушать, собираться и идти, как обычно, выдвигаться. Выйду немного пораньше, немного раскатаем мышцы, подготовимся так морально, физически и так далее. Детские соревнования, короче, мы вне конкурса, если что, то спросят потом. Это детские? Да. Ну как детские? Я не знаю, тренерская бюджет. 2003 год вроде бы. Ага, куда с моей бородой? Ты до меня посмотри. Я не лучше. Сейчас будем разминаться и бегать скоро. И арцин 2000 года рождения. Да у меня просто это, кость взрослая. Кость бородатая. Волосатая кость. Родился защитимый. Ты готов? Валера первый десяток красивый, куда ты бегаешь? Это очень-очень сладко. Раньше, не очень много, да. И скорость, и резервы тоже есть. Но первого десятка. Да вода холодная, может не стоит. Иди в душ. Порыгай. Спасибо. Иди в душ зайди. Что это такое? Ты как министр 400 метров, что ли? Ага. А там есть кто-то? Они сейчас записывают результаты в тренерской. Давайте поснимаю. Как настроен? Настроен бежать, Зерева? Ну да. А я нет. Я сегодня не бегу на его ноги. Я вчера уже набегал. До сих пор? Да. Не, ну а что реально, меня накрыло вчера нормально. Я это все вставлю. Жалко, ты не снимал, когда я рыгал. Ну это было бы сильно. Ютуб не пропустил бы. Нормально. Людей мало, мало очень. Ты умеешь ставить колодки? Ну да, чем пацаны? Здрасте. Вот, да? Ты так поворачивай. Что, ты бежишь тоже 200? Ты еще не бежишь. Нет, я вчера спать могу. Что-то перебегал. Перестарался, видать. Ты аккуратнее не сбей там впереди. Бам. Ну все, давай помолимся. Удачи. Давай, я пойду тогда снимать еще.
победитель детских соревнований. Ну что, нормально? Здрасте. Нормально, Серёга? Даже сказать ничего не можешь. Давай, давай, ползи. Полежи, полежи, Серёга. Посиди. Знаешь, посиди вон на матах. Окей, я вот так стану. Как ощущение. Как ощущение, говорю. Нормально? Что, все? Ты же нарколы вообще. Я с чем говорю. Давай, расчехляйся. Да. Утренняя тренировка. Соревнования. 400 штуков пробежал. Сегодня будем спринтик. С кладбища. Тридцатку сейчас бегаем. А что на тебе скал бегать? Я бегу, у меня крючок мне сжимает, я не могу его. Я понял. Весело. Давай тебя прям со старта. Да уже. Серега старается так еще. Такие заумные упражнения у нас начинаются, мне это начинает нравиться. Внимание. Такие веселые упражнения у нас. Че, с Новым годом? Да, ничего не было, налил. Насыпало нормально. Ты не снимал, как ты шел? Нет. Снега реально не было, целый день не льет. Льет, говорю. Короче, все насыпало снежка нам немножко. Наконец-то зима наступила. Да, зима наступила, реально минус 8 сегодня был, да? Или сколько? Прикинь, это даже первый снег, он еще не видел. Первый снег в натуре. Какое число сегодня, 15? Нет, был первый снег уже, но он слабо пошел. Какой, сколько он там был? Он походу падал и сразу таял. Не, он полежал там пару часов. Не, сейчас смотри, как классно. Суперски. Это лучше, чем ничего. Реально насыпало нормально. Так а сколько прошло с того времени, как я шел? Ну блин. Недельку. Нет, сколько я шел на треш. Прошло, наверное, полтора часа, два. Два, наверное, где-то так. Я пришел в половину. Сейчас 12 часов. Ну, хотя подожди, у нас треш. Мы пришли в 9. А что так мало? Много. Мы, тут мы только час разминка. У нас час разминка была. Короче, капец. Еще и вечером сегодня. Еще посмотрим, что вечером насыпет. Ну вы этого не видите, потому ну, что вроде, я вижу. Повышаться не будет. Посмотрим, да. Можно на санках уже кататься. Да, еще Валера 22. Еще не, еще рано, еще мало все. Короче, да. Пуратик не так прикольно будет. Сейчас соревнуемся уже. Новое соревнование у нас. Готовимся. Вот такие упражнения я сегодня поснимал, кстати, резину ту. Первый раз такое делаем, хрень. Но оно нереально, оно так натягиваешь. Я уже тупо вылетаю, я так никогда не бегал, блин, в жизни, как с этой резинкой. Она еще тянет тебя, да, как реально охеренно. Да никак мне вас тащить. А ты мне, да. Вас тащил. Этот натягивал, да. Смотать на ходу эту резину надо. Да. Короче, жестко. Ты снимал, как вы бегали? Как вы, я пару раз тебя со Стасом снял. А, все, нормально. Там немножко, ну так чисто показать. Я записал, как Стас стартовал. По-моему, прикольно должно получиться. Посмотрим, да, я подзимаю все. В рендеринге. Все по-своему надо.